Мозера вместо Мозера. Дальше. Три танка кислых, Кладбон и Монород. Пятая пати хилы. Даю проверку. Сейчас 5 минут назад тогда. Сейчас Мозер выйдет. Остановимся. Сейчас раздам каску. Саману все здесь будут, раздам каску. Все здесь, все готовы на позиционку. Становимся все. На рулет по готовности. А, стоп, не прошел. Че не прошел, по-моему, вот, ты ж здесь, блядь. Че не прошел? Это же Монород стоит. Да, Монород. Да, да. Он не спекнулся просто. Все сложно. Все, за босс остановимся, Гера, и поехали быстро. Вот здесь. Все, сейчас сет. Ауешки по максимуму. Поставил. Лена, держи. Держи Кладбона, я кислого с рулетом. Я по КД в сферы летаю. На меня надежда. Окей, там с Керсом, короче, вдвоем туда держится. Вот вон я кислого с ребятом. Ешки по максимуму. Еще больше. Чуть-чуть осталось мобов. Активнее по боссу. Где-то квест по боссу. Я на фонтане, держите танк.
вон где-то достаю. Дай себе пачку. Я на фонтане, сидите там. Тоже там. Минера раздайте хилом. Да не, по танкам. Всем привет. Привет. Чем занимаетесь? У нас тут босс идет. А, извините. Нихуя себе у тебя голос, пиздец, братуха. Сена, дай мод. Не веди, не веди, пускай босса дам. Я тут умирал по диспелю, ты. Что там шуще вообще? Я дохилю. Так. Светик уже не подводить, да? Не надо. Глаз уже добивает. Все, поехали дальше. Дайте только ребаб. Падала. Все, дачу убили. Леша, можно отойти на время на покурить? Иди. Хоть бы кто подождал. Давай. Кир, стой. Иди, короче. Сейчас отойду, пойду. Воды налью. Все.
Кстати, найдите этого, гильдию Ретрика со спеком Холи Пала. Кто же на замене такой сидит? Так есть же, правда, Холи Пал с замены Ретрика. Который завтра будет третий каты. Тот, который на замене, сейчас не знаю, где он находится. Наверное. Ну, это новый гол. Ну, да. И тот, который на замене, скоро на РТ посещать не будет, потому что не получается у него. Ну просто в рейде надо стабильный второй паладин. Так есть же, он, я же говорил, завтра возьмет вторую карту. Новенький, третий. Который. Да. Надеюсь, завтра целка я его увижу в ФМке. Ну, завтра и посмотришь. Что он из себя представляет? Завтра РСК и целка будет, если что. ХМ? Ну не обычка же, обычки уже нету. Ну, мало ли. Я про РСку. О, можно с пугами закрывать? РС обычку, да. Угу. Может, если анролит там хоть на 10 спеков. Анролить нечего делать, просто собираешь вид такой, чтобы на твой лут никто не претендовал и все. Можно с гильдии собрать, кому что надо там, и ходить на 10-20 спики. Не знаю, я когда с пугами ходила, ролила не на мейн спек, сразу предупреждала, мне разрешали. На мейн спек какой-нибудь надо, конечно, тебе разрешат на оффроде. Не, ну были такие, которые, о нет, на эту чешку другой чел, ну ты понимаешь, о чем. Такие тоже бывают. Когда ты приходишь 270 плюс угорай, то уже как бог там. Тебя все на руках носят, да? Да. Мадам, вам леди, ой, мадам, вам рыбу поставить? Может вам платку продать? Сейчас разбафаю, погоди. Сейчас разбафаю, приду, разбафаю. Не продать, а так дают. На какой спек желается ролить тогда? Чё-то мне такого никогда не говорили. Ну да ладно. Надо поварить бы пособирать. По гореди найти нормального хила уже прогресс. Обычно по гореди люди на твинах. Так, короче, здесь. Что будем здесь делать? Так, кислый, нурулет. Кто вторым потанчит? Монород, потанчишь? Сейчас разбафаю, подожди. Короче, монород, кислый на трэша. Нурулет на босс. Бабл на пульвой на кислого. Артемия на пульвой. Короче, на этого. Бля, не знаю, Роги. Но они могут напуливать. Короче, вы давайте отдавайте на пул, короче.
в одну цель, но смотрите, чтобы ЕшКа не отдавался трэш на нурлет. То есть, если еще трэш на него отдастся, это будет печально. Короче, нет босса в нурлета на пулю. Ну, босса в нурлета, но только смотрите за ОЕшками, чтобы, блять, это. Чтобы не напуливали и трэш вместе с этим. Так, может, так, у них 4? Да. И не орк, на пуль ваш на монорота. Даю проверку, сейчас каски бах. По хилам, короче. В приоритете держу. Рулета монорота. Но смотрите, типа. Полина, в приоритете кислого держи. Смотри там за нурлетом заодно. И Кирс, держи в приоритете монорот, и тоже за мурлетом смотри, то может замораживать. Полина, что не хватает? Все, я же подтвердила. Я не знаю, почему не выскакивает. В прошлый раз тоже. А дон какой-нибудь мышц? Не знаю. Опять ГП дадут. Даю проверку. Делорус. Делорус. Смотрите за Авро. Все нормально было. Все, поехали. Все здесь, все готовы. По готовности пуля. Еру с пулом. По боссу бурсти. Смотри за стаками, не проебись. Улучшение. Трэш с меня моба. От босса трэш. Миликов до хера должны уешками нормально сносить. Не слышно в дискорде, нормально? Да. Аккуратно, Агро. Глушение. Кислого там держите. Блять, монород легкий, кисло забираем все. Весь трэш. Не бейте, не бейте, дайте на. Через таунт может он забрать трэш. Этот. Кто БР давал? Гена или кто, да, Гена давал? Я давал. Вот Бона, дай по войду.
Дайте бафы по монороту. Чё я один, я каску завесил, и лапу завесил, друид, и всё. Ну, блядь. Спасибо. Всё, Лёв. Вижу. Хит всё этого, монорота с... Бафа, бафа, захил. Я трэш убил уже, блядь. Пильцы кислого. Оглушение и всё. Всё. И выйдите. Ну, народ. Скажи мне, блядь, ты фласку хоть на сопрот не хочешь выпить, блядь? Элементали идут, осторожно. Рыба стоит. Я на спекой себе хила в пизду. Не могу я смотреть за этим все. Давай лучше я так оно прохилить. Похуй, как без совы справимся, как и на этом, блядь. Долорес Дживс есть? 9. А, есть, да. Да, я поставлю. Шмот. Народ кота. Закинь пятую пати. Че я закину? Так этот, напуливай на меня, Библ. И Нью-Йорк тоже напуливай на меня. Артемена кислого. Все будет нормально. Так, это есть. Блять, я ауру не могу свою поставить. Не хватает, блять, паладин. Каску. Сейчас раздам. Ем рыбу. Если ты слева, справа. Справа. Все, вроде всем раздал. Видишь на позиционку. Все, поехали по готовности. Еруспула. 3 минуты. Не у всех. Там еще одну дадут.
попу. Меньше прошибает. Намного. Договор будет. Да что? Опа. Глушение не пианист, прохилите. Да ничего страшного, у меня сейчас я прожал. Будет немножко прошибать, потому что я лишних мобов собрал. Повышение по мне сейчас будет пробивать немножко. Трэш на пол. Че-нибудь там ману дайте. Хил. Инер, дайте гимна хп на ману. Кирс тоже будет. Да все, бейте босса, пробивайте босса. Жемок нет. Если надо будет, крик, скажешь, дам тебе прожимку. Окей. Давай сейчас дам тебе прожимку. Нет, через 5 секунд. Я уже дал ему прожимку. Давай жертву. Вот, блин, вот этот чест самый хороший на инха. Все убили, да?
Ага. Ну, я паролю, если никому не нужен, то возьму. Если не нужен, то есть. Не нужен. Паролу Гена забирает. Кто-то еще ролил? Полина и Монород. Монород, тебе я... надо? Мне не принципиально. А. Так что Ген, забирай. Окей. Че, все паролили? Лена, ролишь вурдап на НХС или нет? Да попробую. Но тоже, в самую последнюю очередь мне. Ну там пианист на мере, там некому. Я просто, чтобы я первый показывался. Жму. Быстрее искать. Тогда чуть-чуть тебя подъебает-то. Вот тут трэш согрели. Все на успех отдается. Интересно. Че, какой ужас, да? Ну так, 4 месяца в инст ходим, уже, блядь, нахуй никому ничего не надо. Нозар, сейчас скажу, нужен ты или нет. Не, не нужен. ЦЛК, ХМ-ке, так даже на лобспек людям ничего не надо. Можешь бегать. Надо, с кораблей мне нужно кольцо. Которое сегодня ДВшником упало? Метеола, это касается только шмоток. Капи P7K, только тринкетов Т5 и пух свеча, все больше остального это не касается. Но опять же, если оно вообще никому типа не надо, то я, конечно, отдам. Как с Аркусом прошло. У нее никому не нужен был, ты ей отдал. Я ханта 7 пати в рейсе на босса. Ну сейчас поменяем. До этого босса дойдем. Есть нанесенный урон босса? По кому больше всего урона улетело? Ну, типа... Сейчас посмотрим. По кому? Не, ну скинь типа первая позиция. Кислому больше всего. Это с трэшем. Да, ну, я кислого оверхилила. Потом мана села, и он кричит хил. Я ему зубов закинул, когда он крикнул. Кисло, чё от тебя так много урона летит-то, а? Это мишка такой, он как дубка. Да. В смысле, на боссе или сейчас? На боссе. Потому что я иногда трёх брал. Ну я видел тебя, когда я в оглушении. Вот знаешь, я больше чувствовал, что в Нургле ты улетала, чем в тебя, Лех. Хотя у вас почти один. Ну там просто, понимаешь, Нургле-то босс бьет, ему в разы урона больше должно лететь, чем по мне. Так знаешь, на пол лица так откусывает. Нургле-то и должно пробивать на этом боссе, на боссу там. Гидрос сделал кусь. Гидросик. На пол ебало. Этого босса никем, кроме, блядь, ДКшки, ну, типа, паладином, варом, тем же друидом, хуёво танчить. Самый... Этот босс, единственный босс, которого, блядь, приятно танчить ДКшкой. Ебану. Кстати, а урона по трэшу у кого больше всего? Инканите есть? Это у Фурика, наверное. Не, вообще смотрю. Посмотреть, кто больше всего, кто лучше всего уешет. Если аккуратнее там. Не этот. Оба-то кливают. Это не чисто, а еще по-чистому скиньте. Только по одному типу накидали столько. Ну, по нечистому или по числам? Тебя посмотри. По нечистому там
Редвар, ход, строго, монород, войд, коника. Ну, кислого я смотрю, дохуя урона по трэшу. Чё там кислого делают? Ну, на второй позиции кислого. Топ-2. Это по чистым, по нечистым, по-другому немножко. Я после прошлого РТ боялся клеймить. Чё, кисло теперь я... это? Кисло теперь топ ДПС по трэшу? Нахуй нам милики нужны вообще, если есть кисло танки. На второй позиции. Там вары много надамажили, вроде. В принципе, тоже. Рохи не дамажат. Им понерфили Т5, они сейчас не особо так уже и дамажат. Коника, а ну-ка расскажи, как тебе Т5 понерфили. Ой, вихрь порезали почти в два раза. Да, там понерфили нормально, солидно. Подводи сюда, например, поближе ко мне. Еще бы успел бы проиграть в нерфы. Ну он же как раз там собрал топчик Т5. Был как... Он же собрал как раз Т5, когда нерфанули. Я просто взглянул, как-то он в РБК зашел и нафиг шутить трэш начал. Вот нерфанули, так нерфанули. Там вот. Больше был, почти в два раза. Раньше этот Алый Вихрь... Шутит. По 120 тысяч носил урон. Так, блядь, хули тут знаменит, когда у Мишки в Т5, блядь, урона по трэшу ебаническое количество. Раньше почти как у кота. Маги были в топе по ДПС. Короче, кисло, берешь, собираешь все 2 Т5 и милики нафиг не надо на трэш. Делаем 3 мишки с Т5 и ДД шмотом. А у кого-то есть, у народа что? Не, у Артемия же 2 куска Т5 на мишке вроде, да? Нет. Из этого вроде. Ну, ты есть. Но он в коте шмотит, он в коте. Он в коте бьет, да. Он просто в коте в мишку прыгает. А там я разве вот на брызгал? Нормально танчится. На Ферал и Кот, оно одно и то же или что? Ну, как бы ап собирается все равно. Не, я имею в виду Т5, вот когда вы распаковываете на Ферала, да. И... Да, там все Фералы как один идет. Зависит от того, в каком облике. Нихуя не честно, почему у меня на ретрике на протополодине? Действительно, если тоже хочу. Это не одна ветка? Да, ветка-то это. Так, короче, этот, Нью-Йорк, выйдешь с этого босса, Ханта суманете. Так, Блумет. По меткам распределяю сразу же. В желтой метке у нас стоит кислый совой. Так, сейчас. Я все время стоял в метке еще желтей. Ну там поправее будешь немножко стоять. Так, я примерно. Короче, этот, по миликам, на низ спускаетесь, только если ощущаете, что хил вас хилит. Так, дальше, по миликам, 2 вара с первой группы, звездочка, дальше ход вместе с Энхом, печенька. Речь вместе с Моноротом, ромбик, Редвар вместе с Трога, крестик, Кладбон вместе с Коника, квадрат, РДД зона, Библ, ты, звездочка, не звездочка, печенька, Артемия, крест, чтобы на пул, если что, дать на этого Нурглета. На страйдеров, дальше кислые звездочки тусуешься, хисаями печенька, простя ромбик,
Не, Хисаями ромбик, Простик крест. Блять, что-то мало зоны, пиздец как. Придется вам страйдеров тут похерачить. Ну и в принципе, Санты, будешь страховать квадрат. Кого еще не назначил, кого забыл? Чего? Угу. Не, я про ДД. Короче, Санте квадрат будешь страховать. С той стороны, короче, квадрат крест будешь страховать. А Делору с этой стороны печенька ром будет страховать. Дальше. По хилам. Метеола. Стоишь в звездочке. Кирс в печеньке. Адмирал ромбик. Йена крест. Не, Полина крест. Йена, короче, квадратик, как обычно. Все, даю проверку. Кому бафа надо, скажите. Каску. Каску можно обновить 12 минут. 12 минут на этого, на босса хватит. И придите все сюда, потому что, блядь, не достаю бафа. Кому надо каска. А рыбы нету, да? Полин, ты с креста танка достаешь? Который гвардейцев танчит. Ну, там подойдет немножко поближе. Да ты хиль меня там. Хули тебе делать? Ты три хоты накинул на кольца там. Повару дай каску. Каску обнови, я подошла. Сейчас. Блядь, чего я не достаю? Мне просто проще бегать и людям хоты кидать. Там адмирал будет абсорбить, подхиливать. Сказал, ха-ха-ха, смешно. Сказал будет божить. Каску дай поварам. Кто божить? Я не верю в бога. Я вроде дал каску поварам, не? Все есть. Дал. Все готовы, поехали. Лут ставлю сразу этот. На себя. Смотрите. Анонсите только. Каждого... Расставил так, что у каждого может проносить метку. Чё там, на АП будет только кричать? Крикните на АП, Вара. Висит крик. Тебя просто, может, не достало, подойди поближе. Есть крик, достал? Крик проверь, алло. Да, есть у него крик. Что-то подвисло. Да, может, разлагается. Если что, там это... Там ты накрыть. Вы видите, что срывается, скиньте. Пауза. 5%. Пианист? Не волнуйся, все нормально. Напулишь на меня, гвардейцы. Никак не могу. Да, хуёво. Ну, значит, будем по этим, по ориентирам. Ну, просто фризы. Так-то я вижу, что происходит. Вон, Ника, в печеньке там лазь.
Ой, печеньки в квадрате. Жду гвардейца. Да не надо okay. ждать. Идет возьмем. Крест. Что там с Кирстом? Вставай, вагон. Яд прилетел. Каску, подойди к середине, кину каску. Все, кинул, можете обратно. Гвардейца никто не бьет. И этого страйдера уже пора херачить. РДД мало, поэтому старайтесь. На вас все. Подрать. Я ну пока. Гвардеец не достаю, блядь. Пока. Дайте квадрать себе. Подойди к центру, Полин, дам каску. Все, дал. Чего, лося? Массакру, да, полегче. Там страйдер слева вышел. Со стороны квадрата. Крестик. Нет, да я не жить прохилю. Мне проще танк. Так, ромбик. Все, я когда бегаю, не хилю. Я на себя яды там по дисплею. Так, гвардейца одного добить, да, все нормально. Ты чейнер. Гвардейца анонсите. На народ. Че там зеленого убили? Ну не в хилаже. Адмирал, мне кинь. Да. Вара, прохильте, а то сейчас Вар там 14 тысяч хп бегает. Гвардеец, Полина. Или кто там? Есть. Тянулся. Звезда. Звезде херачим. Печеньки, страйдер. Твой выход, Кисло. Ну, гляд там по диспельцу бегает с ядом. Кирсиса. Страйдер РДД. Пианист там у Ханта, вот это тело будет скоро. Зеленый звезда. В смысле у Ханта выход из тела? Через 3 минуты его из тела выкинет. Скелешит. Как тут может выкинуть из тела до конца боя? Там таймер идет и выкидывает. Если долго лежишь. Бладборн после первой фазы даже в БР походу. Так не могу, ну, вообще, потому что залагал. Блять, хуёво. Не стою на месте. Не вижу, как сам я стою. Вижу. Я звезда под неюзу. Тебе по попе... Зелёный, блять, ромбик. Тебе по попе пошлёпал, а ты уже кричишь. Народ бросай. Давай один портальчик закрыть, генератор. Строго в звезду кинь. Сейчас.
Фроник с печеньем. Что вы там? Нету зеленого. В звезде зелен. Звездочка зеленая, быстрее, активнее все. Резче, резче. Исчезает, пол хп не сносим даже. Мысли, блять, вы там втроем не можете снести пол хп? Ну мы вдвоем бьем лавар. Там ж кислый стоит еще, кто там? Кислый вон трэш хуярит, больших. Кислый, не бей больших, бей, блядь, зеленый. Квадрат. Там же странник. Вот, ну, на совершенно другом месте. Зеленый, зеленый. Квадрат. Квадрате. Там есть кто бьет, кто вообще? Угу. Просто перекинь. Ну, рулет там немножко подхилится. Че, убили, нет? Угу, вон магма кидает. Кому? Делорус, ближе подойди. К, блять, квадрату ближе. Этот... Долейте сначала странника. Пою гимн на ману. Чтобы норвлет мог босса забрать. Сантей, звезде. Сантей, бегу. Активация. А, ты забирал? Окей. Да, я на эту же сторону провел. Посмотрю странник в другой стороне. Можно что, подняли там как-то? Нет, не подняли. Дайте БР, если есть. Проведи ее, а. Тут, блядь, Сейда ливнул, что забагался хилбот. Ты шлан, вон вылетел. Кто вылетел? Кыш ливнул. Кыш ливнул. Да не, кто вылетел? Клан Бон, вроде говорят. А, вот. Этот мотивал, дай БР там, или Монород, блядь, похуй, короче. Уже. Это да. Ну, я пошел. Аккуратно, только мало там залить. Фанта резнули или нет? Да, да, все нормально. Да, он вылетел. Угу. Бля, он из игры вылетел, походу. В смысле, там его уже лежит. Позвал только что. Я вижу. Ну, игра сегодня против него идет. Че, он не в игре, да? На Заинском. Ну, в самолете уже на боссе был, босса бил, так что не трогайте босса, не открывайте. Так ОД вроде сразу дает, нет? ОД похуй. ОД давай. ОД до задницы. Даже с кисаями вроде такая же ситуация была, если не ошибаюсь. Получилось же вроде. Я вижу. Меликов. Если бы они пили саппорт, выжили бы. Я саппорт. Я ШВ отдал. Я присадал. Яна, подними, пожалуйста. Кто-то там же цветочки посадил. Шаманы есть, кстати? Да, не есть. Заряд, аккуратней. Что-то от меня бегает. Чего урон не наносится? Боже.
Воу, ловите! Поздно. Понимали. Даже моя лужа не спасла. Давайте активнее. Еще 5 лямов дадим Еру и забьем. А скаты какая-то шутка для вас? Че скатов дохуя? Что-то дохуя их, но... Вас мало РДД, народ. Вас очень мало РДД, так что все РДД играют по скатам. Лейте этих скатов. Сейчас ляжем, блять. Сейчас у нас не рейд РДД, у нас рейд миликов. Блять, опять. Там три ската. Матерло, беги. Черт. Хуёво. Могу сказать. Наперед, Делорус, блять, не стой. Видишь, нету из-за тебя куда вести, блять. Восприимчивость. Даю один на ману. Можно еще бить. Даже не я, пусть так. Я уже дал. Иду наперед, стану. Лот поменяй. Все, не трогайте босса, не открывайте тут. Хожу подальше, чтобы никто с миликом, блядь, не открыл. Милик, отойдите, все уже. Сразу по стэшку все. Не трогайте, сундук, служу, выйдите. Поднимите ход-то в речку. Такое ощущение, что они немножко урон подняли. Я там под милишников две лужи кинулась, и ты даже моя лужа. Рейд без саппорта. Урон поднялся, конечно. Нет, мне просто, знаешь, тоже вот этот элементаль плюнул, и эта молнию двойную дала. И меня сразу сбрил. Шкаф там. Прям мгновенно. Даже ходку не смог. Уже утонул кто-то вон голда. Нет, это голда дается сразу. Нет, она после... Голда нет. ОД дается сразу, голда нет. Там бибол золото. Эти там русок. Вот. Нет, так можно на форум, если он вообще хоть какой-то урон нанес. Он нанес 3000 по боссу. Ну, попробуем, если он будет. Давайте какая цифра, главное, чтобы вообще была цифра. Ну видео есть, если что, потом скажите, если надо будет. С рекламой. Гаджу вот это, да? 3108. Что там хоть упало-то? Чем это покупатель на Т5, да? Да, он на Т5. Скорее всего, наверное, не получится. Пианиста все. Сейчас проверим, Лёх, ты скинешь шапку-то? Я вот не могу понять, я стою за инстом, да, я не могу зайти. То есть водопад, он бьется, а нажать. Как твой ник? Клапан. Не знаю. Что, все? На сегодня, я надеюсь.
Вот смотрите, у него змей шевелится. Нет, она кидается и отменяется сразу. Да не получит он ее, конечно. Оставь. Ну чё? Чё решили? Ничего, кому-то шапка нужна, нет? Ты воронку уже ролишь или ты просто ее подобрал? Сразу ролил. Чего нет? Сразу с босса же воронку.